Ну вот, сегодня у нас 19 мая. Вчера ночью у нас было ЧП. У нас исчез один человек. И появился второй. Смотрите. Появился-то и раньше. Он появился раньше, но он появился вчера. Он раньше появился. Вчера пришел. Вот, его зовут Денис, он старик. До сентября выживет он или не выживет, мы не знаем. Но как мы видим, что Андрей у нас не выжил. У него было весло, его, похоже, сдуло. Но мы вчера ели курицу. Может быть, из-за этого он убежал. Я купил себе новую палатку. Смотрим. А старую отдал новичку. Да, а старую отдал новому участнику. Новой палатки была куплена в Декатлоне в онлайн-магазине. Смотрим, заходим вовнутрь. Здесь офигенный есть заход во весь рост. Единственный минус, здесь нету сетки и постоянно задувает ветер. Заходим, смотрим. У меня тут рыбки, мой офис, стул, стол, есть окошечко, столик, окошечко сейчас откроем, покажу, блядь, что-то не открывает, вот окошечко, вторую не буду отстегивать. Видно у нас нового участника, видно, что у нас исчез Андрей, который был из Питера, веселый был парень, жил он с веслом, ну похоже сегодня утром он уплыл, мы просыпаемся, нету его. Он расстроился, похоже, от вчерашней курицы, которую мы нашли. Он же нашел ее. Мы ее поймали и поохотились на нее. Ну, наверное, ему стало плохо. Не знаем, куда он делся. Так, теперь смотрим, здесь есть спальное место. Я его еще до конца не оборудовал. Место спальни обалденное. Мне тут вообще места очень много. Как видите, не жарко и не холодно. Она у нас с такой вентиляцией. Все прекрасно. На потолке у нас тоже сеточка. Вот такая большая дверь. Постоянно заметает песок. Но это из-за бархана. Макс у нас побежал выживать. Пойдемте, я покажу вам море. У нас такой стиль пиратский и флаг. Нас осталось трое. Изначально нас было почти 5 человек. У нас убыл Андрей Хохол, он же Хохол, и убыл у нас Андрей из Питера вчера, точнее сегодня ночью исчез. В принципе, ну прибыл Денис, ну будем дальше жить. Мы, кстати, начали строить себе навес, смотрим. У нас еще много в планах укреплений здесь, всяких хозяйственных штук. Делаем, прикольно будет. Все, пока, народ.